Приветствую всех! Вы на канале Школы вязания нашей пряжи. В сегодняшнем видео мы попробуем связать вот такое плотное плетение. Узор называется лен. С лицевой стороны вот так вот выглядит. На изнанке похож на узор рис. Так, узор выполняется на двух петлях. Количество петель кратно 2. Вверх повторяется тоже всего 2 ряда. И вязала я узор из льняной пряжи. Смотрите, если узор лен вязать из лена, можно его использовать для таких каких-то плотных летних вещей. Там, например, мужские майки, ну или шляпы. Если уже брать более теплую пряжу, то можно и зимние шапки связать вот этим узором. Так, чтобы было более пористый узор, ну не слишком набитый. И смотрите, очень большие спицы брала, спицы 4-5 миллиметров. Вот, вот эту ниточку. Итак, набираем любое четное количество петель. С лицевой стороны первый ряд, значит, кромочную петлю снимаем, вяжем раппорт, одну петлю провязываем лицевой, одну петлю снимаем с нитью перед вязанием. Вот это повторяем: нить за вязанием 1 лицевая, нить перед вязанием снять петлю не провязанной. 1 лицевая, снимаю петлю, нить перед вязанием. Лицевая, нить перед вязанием, снимаю петлю. И так повторяю до последней петельки. Чередую 1 лицевая и снятие петли с нитью перед вязанием. Довязываю ряд 1 лицевая, нить перед вязанием, снимаем вот предпоследнюю петельку непровязанной и кромочной провязываем как изнаночную петлю. Так, это все первый ряд с лицевой стороны. Повернуть вязание. Второй ряд с изнанки. Первую петлю снимаем. Так, раппорт это теперь 1 изнаночная, нить за работой, снимаем петлю не провязанной. Повторяем: 1 изнаночная, нить за работой, снять петлю. 1 изнаночная, нить за работой, снять петлю. И так я чередую первую петельку изнаночной, вторую снимаю с нитью за работой до последней петли. Заканчиваю ряд 1 изнаночная, снимаю предпоследнюю, кромочную провязываю изнаночной петлей. Вот этот ряд был с изнаночной стороны. Работу поворачиваем. Вот эти два ряда мы и повторяем для нашего узора. То есть повторяем первый, второй ряды. Вот у меня первый ряд, первую снимаю, провязываю 1 лицевая, нить перед работой, снимаю петлю. Получается, что протяжка, когда мы снимаем петли, всегда будет у нас с лицевой стороны. Вот видите, всегда у нас с лицевой стороны у меня протяжка вот этой нити. Итак, для узора повторяем первый и второй ряды. И вот поближе повторяя вот эти два ряда и получаем такой плотный узор лен. Всем спасибо, с вами была Катерина Мушина, это канал Школы вязания «Наша пряжа». Всем до новых встреч!